Враги, как саранча со всех сторон, и стрелы, словно дождь, пролились с неба. Такой падеж, невиданный урон, у осажденных нет ни крошки хлеба. Отвага в гарнизоне через край, но нет воды в сосудах, в водоемах. Того, гляди, в полон могут забрать и распродать рабов в войне плененных. Не так ли душа совне внутри штурмуется то похотью, то злобой? Гнев на жену, на деток слышен крик, с утра не за столом, на месте лобном. Супруга искушает непокорством, невыплата получки, дым столбом. Жить одному покажется так просто, монахам грезится подтопленный Содом. Исходит в немощи, в поту, в изнеможении не чья-то, а моя незримая душа. Выходит, для себя я недруг и мошенник, подножку ставил, искренне мешал. Мой недруг – это я, мой эгоизм тщеславный. То не по-моему, и это не по мне. Выпячивает грудь, себя считает главным, сгорает на постели в сладостном огне. Обещанной победой дорожу, не мной она одержана Иисусом. От падающих трупов только шум, им к отступлению проход оставлен узкий. Ущельем этим и мне пришлось бежать. О чудо! Покаяние во вретище и в прахе. Слезами сеявшие с весельем будут сжать, где пыль гумна преизобильно пахнет. Спокойствие, уверенность в победе нам Библия обещана не ложно. Разбогател неслыханно смирением самый бедный. Меч Слова Божия у них не заржавеет в ножнах. 15 апреля 2005 года.